Всем привет! С вами самая модная и музыкальная программа «Стиль жизни» на канале 3+. И наша постоянная рубрика «Музыка». Знаменитые звезды прилетели к нам и соберутся на одной сцене. Они исполнят хиты композитора Виктора Дробыша, у которого сегодня юбилейный концерт. Как вы видите, гости уже собираются, а мне самое время отправиться за кулисы. Оставайтесь с нами, самое интересное впереди. Рядом со мной главный человек сегодняшнего вечера, без которого не собрались бы все звезды на одной сцене. Виктор Дробыш, здравствуйте. Здрасте. Мы вас поздравляем с юбилеем и с этим замечательным концертом. И очень здорово, что все звезды смогли к нам сегодня доехать и собраться на одной сцене. Как вообще вам это удалось? Все артисты, которыми я сотрудничаю, они, в принципе, легко отзываются на все мои просьбы. И вот сегодня вы увидите большое количество звезд. Самые важные песни, они же любимые, это те, которые помогли артистам стать знаменитыми или передвинуться на другую ступень, знаете, то есть подняться. Это «И Лепс, я тебе не верю» с Аллегровой, «И она не твоя» с Пьехой. Это «Часики» Валерии, «Была любовь». А есть ли секрет для того, чтобы написать хит? Если бы я знал, я бы, наверное, был самым богатым человеком на земле. Пожелания нашим телезрителям. Желаю вам простого, семейного счастья. Почаще смотрите канал 3+. Самое главное, любите музыку, она помогает оставаться счастливым. Пьеха сегодня будет петь песню «Счастье». Мы посвятим ее каналу 3+. Муа. Моя нежность льется рекой, счастье слезой. Рядом со мной здесь до российской эстрады Николай Басков. Терикстус! Точно, добрый вечер. Какие ваши любимые песни Виктора Дробыша? «Твои глаза Маренго», которую я посвятил Виктории Лопыревой. Также я пою песню «Два сердца», она сегодня будет от меня звучать со сцены. Как вы встречаете весну? У нас уже традиция есть, Алла Борисовна Пугачева всех собирает к себе в гости. И, открывая окно, говорит: «Весну разрешаю». Приносим мы желтые цветы в подарок, так начинается весна. Я побежал на сцену. Всем хорошего вечера, и я надеюсь, что увидимся. Сегодня впервые в Таллине, и я потрясена публикой. Какая теплая, доброжелательная, открытая, приятная. Я в прекрасном расположении духа. Какие песни Виктора Дробыша хотелось бы отметить, и в чем секрет успеха этих песен? В первую очередь, Виктор Яковлевич очень хороший мелодист, и его песни будут популярны в любое время, потому что там есть мелодия, которую можно спеть. И его мелодии, они хороши как с аранжировками, так и без аранжировок, как акапельно, да? Как вы встречаете весну? Для меня приход весны – это 8 марта. И в этот день, по традиции, я выступаю на шоу у Валентины Юдашкина. Для меня вот это вот начало весны – это время надежд. Поэтому я хочу, чтобы все ваши планы, все ваши надежды обязательно осуществились. Я желаю вам, чтобы у вас были искорки в глазах. Как у вас настроение? Я думаю, что замечательно. Здорово, когда мы объединяемся все вместе, артисты. Это немножко напоминает пионерский лагерь. Витя, конечно, невероятно талантливый композитор, потому что таких попаданий у него гораздо больше, чем выстрелов мимо. Что нужно сделать, чтобы встретить весну красиво? Нужно что-нибудь купить цвета лаванды. Весной еще очень важное событие в моей жизни. У меня будет юбилей, 2 больших сольных концерта 20-21 апреля в Крокус Сити Холл. Я, конечно, всех приглашаю, вас тоже обязательно. Мне будет, там будет что послушать и будет на что посмотреть. Я очень рада в очередной раз с вами пообщаться. Люблю вас. Хорошей вам весны. Девочкой своей ты меня назови, а потом обними, а потом обмани. Я сейчас нахожусь в концертном зале Тонди Раба, где проходит юбилейный концерт Виктора Дробыша. Самое время мне отправиться за кулисы и пообщаться со звездами и узнать у них, как они встречают приход этой весны. Как у вас настроение? Наверняка замечательное. Здесь. Шикарное настроение. Я всегда приезжаю с гастролями, достаточно часто приезжаю в Эстонию, в Таллин, и всегда окружена гостеприимством. Как вы можете охарактеризовать творчество Виктора Дробыша? Таких композиторов немного, которые действительно очень много хитов. Талант, наверное, да? Как вы готовитесь к встрече весны? Весна меня не покидает. Я ее
ощущаю даже в самый лютый мороз. Пожелания и заряд той самой весенней энергетики. Просыпаться, открывать глаза, улыбаться каждому дню я люблю. И любовь обязательно нагрянет, настигнет и не покинет вас никогда. Как у вас настроение приехать к нам в гости? Замечательно, это не первый раз, поэтому я Эстонию люблю. Здесь очень вкусно кормят, гостеприимный народ. Как, на ваш взгляд, рождается хит? Такова, скажем, формула нету. Народ решает, какая из них есть хит. Время стильных, модных есть, и музыкальных. Французы очень интересно говорят, красота требует жертв. Девушки, они совершенно по-другому мыслят. Все мужчины мира, если они будут собираться и сделать такое большое собрание и думать, что в голове у женщины, мы не поймем. Поэтому я перестал этого делать, я все это оставил в сторону. Я только говорю, я вас не только люблю, а обожаю. Звезда российской эстрады. У вас совсем скоро состоится здесь, в Эстонии, концерт. У нас будет сольный концерт 25 мая. Мы приедем с совершенно новой программой, новым звуком, с таким серьезным шоу, которое мы уже обкатали, проверили, поэтому не сомневайтесь, приходите смело. Какая одна из любимых песен Виктора Дробыша? Песни Виктора Дробыша – это некие вехи в моей жизни. Каждая из них довольно судьбоносная. Пожелания для наших телезрительниц? Для того, чтобы постоянно находиться в состоянии покоя душевного, пребывать в моменте, радоваться тому, что происходит, концертам нашим радоваться. Тебя храним ночь и день. Здравствуйте. 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 Очень приятно, что вы приехали к нам в Эстонию. Замечательные звезды собрались сегодня всех здесь. Всех собрал, кого мог собрать, собрал. Успех песни в чем заключается? Если бы я это знал, я бы каждый день бы их шлепал бы пачками и раздавал бы своим друзьям-артистам. Желаю всем найти деньги и приехать, кстати, на мой концерт. Всем счастья и здоровья, наступающей весной, удачи, счастливо. Постоянно думаю...